Всем привет, я Юна, и сегодня готовим очень вкусное, сытное блюдо, а именно лазанью с соусом бешамель. Берем фарш, у меня свиной, можете взять куриный, кто на диете. Одновременно ставим воду, чтобы она закипела для варки наших листов. Закипело, посолили и добавляем наши листы. В фарш добавляем чеснок, соль, специи для мяса, и нужно травку по вкусу. Варим наши листы не больше 10 минут, они не должны развариваться, они должны хорошенько держать форму. Готовим бешамель, берем сливочное масло и растапливаем его на огне. Когда масло растает, добавляем муку и все хорошенько перемешиваем, не отходим от плиты. Огонь ниже среднего. Немного обжариваем нашу муку с маслом, чтобы пошел такой характерный запах. Вводим понемножку очень горячее молоко. Добавляем соль по вкусу, не перестаем перемешивать. И мускатный орех. Я выключаю. Соус при остывании станет еще гуще. Добавляем немножко растительного масла. У меня оливковое, можно взять любое. Смазываем дно и немножко бока. Берем листы пасты и укладываем на дно. Дно я уложу в два слоя для того, чтобы он хорошенько держал форму. Вот так вот. Добавлю немножко фарша. Добавляем наш соус бешамель. Вот так вот щедро наливаем, чтобы лазанья была вкусной. Посыпаем сыром и чередуем слоя. И теперь накладываю последние листы лазаньи. Отправим запекаться при 180 градусах минут на 40. И за 5 минут до готовности посыпем сверху еще сыром. Ну и, конечно же, сверху бешамель. Смотрите, он уже стал густой-густой. Намазываем и отправляем запекаться. Ну, вы смотрите, какое блюдо чудесное у нас получается. Красивое, сытное и очень вкусное. Приятного аппетита! Готовьте!